Здравствуйте. Я хочу кончить тем, с чего я или мы с Машей и начали. То есть с радости того, что возобновились или продолжаются конференции под сенью дома Балтрушайтиса, посольства Литвы, под сенью Балтии. Я среди вас Мафусаил, действительно обогнала всех, и даже Дмитрия Михайловича. У меня преимущество хоть на год, но преимущество есть. И мне очень были близки его воспоминания, потому что для меня примерно в это же время, ну только с разницей в год, началась Балтия. Вот в таком Балтии, как такой особый, ну, сейчас скажут, ареал, особая страна, совершенно другая, такая европейская страна, которой надо быть несколько осторожным, соблюдать ее правила. Я помню и разрушенный Таллин, Юрмалу, Палангу. Все это не только воспоминания детства, все это вошло в меня, и не только в меня, в мое поколение, как часть нашей жизни. И особенно приятно разнообразие нашей конференции. Ну, калейдоскоп, он и есть калейдоскоп. То, что всего за два дня удалось коснуться стольких разных тем. Действительно, очень хочется надеяться, что это только такой, ну, следующий шаг или очередной шаг, традиционный шаг, что это и дальше так и будет продолжаться. Ну, и уж если я начала с радости, то я так и останусь, так сказать, в контексте Шиллера, «Zeitum schwungen Millionen, dieser Kuss der ganzen Welt». Все. Спасибо всем героям этого мероприятия. И мы преодолели, можно сказать, вирусы разные, буквальные и метафорические. И мне кажется, это очень-очень приятно. Все. Спасибо большое. Тогда я от имени посольства очень, опять, для меня это первый раз участие в Балто, славяно-балтийских конференциях, которая идет под рубрику «Дома Балтрушайтиса». Вчера и сегодня мы не в Доме Балтрушайтиса, но идейно мы там. Мы просто решили принести в посольство, потому что здесь технически удобнее нас и экран, и все другие средства, без которых, к сожалению, эта конференция не смогла бы быть в таком объеме, даже потому, что технически и по другим причинам люди не смогли бы приехать. Так что я думаю, согласен предыдущим выступлением, что поздравлением, что, наверное, эта конференция преодолела проблемы. Мы, наверное, уже оставляем ковид позади. И мы с удовольствием, если будет интерес, инициатива, ее поддержим и в следующем году. Так что ждем вас и в следующем году, не знаю где, или в Доме Балтрушайтиса, или здесь в посольстве, или в реальной конференции, или конференции смешанной, как сегодня, когда некоторые участники вживую участвуют, некоторые по онлайну, но в любом случае мы с вами. Так что давайте и в дальнейшем
думать про новые темы конференции. Спасибо большое. Спасибо вам и спасибо посольству за организацию, в том числе и техническую. И будем надеяться, что в следующий раз мы сможем встретиться уже лично. Я просто забыл. Конечно, безусловно, большое спасибо и Дмитрию Мазинскому, моему коллеге, и Артему Каверину, который, не сложа голову, руки и свои мысли, преодолея разные технические проблемы, были с нами от начала до конца. Так что большое спасибо, можем даже их похлопать всех. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить всех участников, организаторов, всех тех, кто берет на себя функции, так сказать, каждый год и постоянно эти мероприятия проводить с большим успехом того, что произошло. И надеюсь, что в будущем также мы все будем вместе, будем встречаться и сами по себе лично, и с помощью этой замечательной техники, которая нам позволяет преодолеть пространство и простор. Спасибо. Если позволите, мы начали с имени Балтрушайтиса Юриса Казимировича. Пусть владеют сны живые, отблеск творческой мечты, и через бездны роковые перекинутся мосты. Вот как бы задел следующей темы. Через бездны роковые перекинутся мосты. Очень спасибо актуально, большое всем. Да. Спасибо. Всего доброго.